Мне не удалось сегодня. Сейчас мы видим также Екатерину. Да, Катя Веденеева из Словении, тоже гимнастка с российскими корнями. Родилась в Екатеринбурге, если я ничего не путаю. Или в Иркутске. В Иркутске. Но выступает за сборную Словении. Тоже гимнастка, за которую, я уверен, все сейчас поболеют. И болеют как раз-таки и наши гимнастки тоже. Ну, она как наша гимнастка. Ну, конечно. Это наша гимнастка, мы за нее болеем так же. Давайте как за смотреть. Наших. Молодец, Катюша. Боюсь ее сгладить, но это гимнастка, которая показывает практически всегда стабильность. Я уверена в каждом ее элементе, хотя я не ее тренер. Молодец, Катя. Интересный выбор музыки. Она ритмичная, но нежная, да, медленная. Да, то есть именно вот сочетание такой музыки с обручем, даже оно неожиданное довольно, да, то есть можно представить с мечом, с булавами, ну, с более, с такими, да, с динамичными предметами, но ей удается попадать в ритм, и удается при всем при этом с обручем оставаться очень чувственной по именно своей экспрессии, по своим эмоциям. Мне кажется, Катя не устала, она такая раз, выступила, и такая сидит, пойду готовиться к следующему виду. Да? Правильно, у нее прям... На одном дыхании просмотрелось упражнение. Ну, справедливости ради, Екатерина Веденеева сегодня будет во всех видах. Я очень рада за Катю. Поэтому тоже молодец. Будет еще возможность посмотреть и поболеть. Ждем оценку за выступление с обручем у Екатерины Веденеевой. Она замечательно прошла свое выступление с обручем. Да, у нее в квалификации с обручем оценка была 23,15 балла. Ну вот будет я ли сейчас думаю, больше? Что будет, будет больше. Я думаю, что будет больше. На щелбан спорим. Словения 24,35. Ай, больно. Ну, заслужил. Заслужил.